Свобода — это... Возможно сказать, что дважды два — четыре. Если это позволительно, все остальное отсюда следует. А теперь скажи мне, что ты помнишь? Что со мной стало? Ты потерял память по своем последнем задании. Ты должен все вспомнить. И выбрать, на чьей ты стороне. Стоим над пропастью у последней черты, и впереди больше нет ничего, чтобы нас остановило. Мы понимаем, что вы чувствуете боль или, возможно, обиду, но мы не станем искать людей, которые решили уехать из города. Но они не собирались уезжать. Эстер должна была участвовать в прятках, но она просто испарилась, как и Брайан. У них, кроме меня, никого нет. Может быть, вы были не единственной. Кто знает? Как часто пропадают ваши близкие? Как часто структуры, которые должны заниматься... Приведите эту истеричку к нам, иначе проблем не оберемся. Это что, деньги? Нет. Это, так сказать, компенсация за моральный ущерб. Где Брайан и Эстер? Что вы с ними сделали? Это не имеет значения. Просто забирайте деньги и уходите. Иначе... Что иначе? Убьете меня? Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас легендарные юбилейные игры пряток. И сегодняшний выпуск отличается тем, что у нас есть загадочный участник X. Да начнутся же великие игры. Когда Господь отвернулся от него, он усомнился в своем Боге. Своей клеветой они убили мою Анастасию. Что мне дальше делать? Господи, подай мне знак. Да, сын мой, вы что-то мне принесли? Да, свинец. Гигабайт Рекордс представляет. Они заплатят ему за все. Он — их божья кара на грешной земле. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла! Аминь. Его кровавая месть настигает в любой момент. Владимир Веретенов. Постойте, вы же священник, вам должно быть знакомо милосердие. Господь милосерден.
Я нет. Ксёнс с дробовиком. У меня все хорошо. Как вы с папой и Хансом? У нас тоже все хорошо. Мы с твоим папой запланировали двухнедельное путешествие по Италии. Ты можешь приехать в Вольфсбург и присмотреть за Хансом, пока нас не будет? С радостью. Надеюсь, что дома в спокойной обстановке я быстро завершу работу над дипломным проектом. В общежитии трудно сосредоточиться. Алло? Мама, Урсула должна была приехать из Брауншвейга после обеда. Уже 7 вечера, и ее до сих пор нет. Мы вылетаем в Вольфсбург первым же рейсом. У нас дочь пропала. Она должна была приехать на рейсовом автобусе из Брауншвейга в Вольфсбург 26 июля и сойти с него на остановке возле зоны отдыха для автомобилистов. Мы не знаем, где она и что с ней. В этих местах не искали Урсулу с помощью вертолета. Я настаиваю, чтобы отдельные районы были обследованы. Бюджет поисково-спасательной операции давно исчерпан. Кроме того, искать вашу дочь за десятки километров от предполагаемого места исчезновения, при отсутствии всяческих данных о том, что она в этих районах была, дело бесперспективное. Штефан Кох сознался в убийстве Урсулы, но так и не смог вспомнить, где спрятал ее тело. Примите мои соболезнования, фрау Эхемашна. Код 072, Ахенерштрассе 15, квартира 7. Вызов без спецсигналов. Пострадавшая Урсула Маршнер. Человек с такими данными исчез в 84 году, а спустя 5 лет был признан умершим. Из-за тебя я умер. Ты убийца. Прошел ровно год, но кошмары так и не прекратились. Каждую ночь я вижу Сэма в огне. Попытки разыскать Холлов тоже не увенчались успехом. Я обращалась в разные инстанции ФБР, дабы разузнать, жива ли она. Но это оказалось гиблым делом. Холлов? Ну, здравствуй. Прогуляемся? А люди как пропадали, так и пропадают. У нас есть подозрение, что существует еще несколько комплексов. Видимо, опыты над людьми продолжаются и по сей день. Разве это не секретная информация? Да и зачем ты мне все это рассказываешь? У нас есть подозрение, что на тебя будет охота, так как ты связана с Лизи, и поэтому мы хотим тебя обезопасить. Добро пожаловать в нашу организацию. Тут тебя научат базовым навыкам выживания, рукопашному бою, обращению с оружием и прочим прелестям начинающего бойца.
Запомни, кто бы это ни был, не давай себя обмануть или играть на чувствах. Ты ни в чем не виновата. Приветствую вас, дамы, в комплексе Эй. Думаю, нам стоит продолжить наш эксперимент. Тишина. Преступность вновь побеждена. И страха нет в спокойных лицах. Хранит покой их темный рыцарь. Солнце восход из года в век. И вместо мыши человек. И пусть покажет светлый день, что Бэтмен в Готэме лишь тень. Мы собрались здесь, чтобы почтить память моего брата Дэвида Форестера. Это не мой родной брат, и, возможно, не все из вас знают его лично, но, несомненно, он был настоящим человеком. Никто не знает, как я родился и как попал в этот мир. Вот мы и дома. Он проснулся? Да, он все время смотрит на меня. Очень спокойный малыш. Дайте-ка посмотреть, кто здесь. Познакомься с дедушкой. Какой крепкий парень. Я попал в дом очень хороших людей. Меня любили, окружали заботой, но я сильно отличался от других детей. Миссис Форестер, мистер Форестер, ваш ребенок болен очень редким заболеванием. У него проблемы с памятью, нарушены речевая и двигательные функции. При всем этом я должен честно признать, что он скоро умрет. И я долго не понимал, почему не могу быть таким, как все. Вот так. Только никуда не уезжай. Ох, смотри-ка, кто пришел. Познакомьтесь, это Дэвид. Он немного стеснительный парень. И однажды у меня появилась возможность измениться. Дэвид прожил необычно долго, несмотря на свою болезнь. Тем не менее, он умирает. Но у нас еще есть время, чтобы дать ему второй шанс на жизнь. Мам, пап, я вернулся. В мире так много интересного. И ты можешь найти в нем все, что пожелаешь. Thank you.
Однажды ты сможешь помочь очень многим людям и изменить мир к лучшему. The city of St. Anthony announced that Geronimo Yanez would no longer be a police officer there. Родился. Нет. Говорят, что я плакала, когда родилась. Знаешь, почему ребенок плачет при рождении? Почему? Ему до ужаса обидно. Обидно? За что? Он только что был здесь, а теперь там. Там, где не хотел бы оказаться снова. К счастью, это нас не касается. Несколько мистических зверей нарушили единый закон, за что были пойманы вселенской полицией. И вообще, с чего это вдруг ты завела такой разговор? Неважно. Какой у нас курс? Летим за пробивающим на планету Панч в системе Дхейра. За пробивающим? У нас что, новый заказ? Да, собрать новый набор. Замечательно. Я так не считаю. Опять их усмирять придется, как маленьких детей. Вечно ты недоволен. Это наша работа, в конце концов. Ты уже объявил персоналу? Нет, оставил это тебе. Внимание всему персоналу! Корабль Сансара-8 и весь отряд Грифон отправляется собирать новый набор. Приготовить все палубы для содержания заключенных. Именем единого закона приказываю немедленно сдаться, Дартия. Попробуйте, возьмите меня, ободранные грифоны. Наша задача — собрать полный набор из 7 существ, чтобы отправить их на перевоспитание. Слушай, у меня дома есть большая-пребольшая сауна и много волшебного порошка. Может, поедем ко мне? Тебе все аплодируют, все тебя любят. Как же я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Уважаемые, не желаете приобрести у меня акции фармакологической компании «Здоровый желудок»? Вы сможете продать несколько акций друзьям и знакомым. Ты пришла узнать свое будущее, дитя. Великий Читан поможет тебе расшифровать узор твоей судьбы. Мы предоставляем им возможность пройти лабиринт. Взявшись за руки в кругу, двери начали гром. Лишь надежды живя и на веру полагаясь, мир перевернуть пытаясь, забывают про себя семь мистических зверей. Шестерых ища поддержки, над собой терпя насмешки, каждый в одиночку сам.
попробуй до смерти вспомнить лабиринтовый узор. Смерть клятву подписала, и лишь желание жить, но с той поры не могут звери силу до конца испить. И зелено-голубая в лабиринт заключена, мчится в круг звезды планета под названием «Игра». Кино. Я обожаю фильмы. Особенно триллеры или детективы, где главный герой – сломленный человек, который работает на нелюбимой работе, чтобы заработать ненужные деньги. Устал смотреть на то, как наш мир катится на дно похоти, разврата, денег и меркантильности. Но я могу помешать этому. Мы все слишком испорчены. И даже новое знакомство подтверждает это. Знакомая по работе, новый коллега, официантка в ресторане. Когда-нибудь польет дождь и смоет с улиц всю эту мерзость. Что ты думаешь по этому поводу? Вид с большим потенциалом и способность чувствовать их сострадание и любовь оставит след во Вселенной. Произошел взрыв в отделе разработок PharmTech. Эта компания известна прежде всего производством новых лекарственных препаратов для лечения психиатрических болезней. У меня есть неоспоримые доказательства виновности этого человека во взрыве. We'll be right back.
представители первой расы. Наша задача – наблюдать и корректировать развитие других миров. Подключитесь ко всем сетям. Патрулируйте улицы. Если необходимо, закройте весь штат. Но мне нужно, чтобы вы нашли мне Дэниела Брукса. У меня осталось 8 часов, чтобы найти флешку, что им нужна. Иначе я больше никогда не увижу ее. Проясним ситуацию. Вы хотите без подготовки вломиться в хранилище, после чего за вами будут охотиться ФБР, полиция и головорезы. Ты уверен, что готов на это? Максимально.